Расход бюджета и его планирование всегда является основной темой для обсуждения на публичных слушаниях. Главная задача – сохранить устойчивость бюджета и в необходимых объемах собирать доходы, а также грамотно использовать поддержку инвестиционных программ. В Рассказовском районе планирование бюджета на 2016 год и прогнозы доходов обсудили на очередном слушании. Бюджетный процесс Рассказовского района максимально открыт и прозрачен для всех жителей. О достижениях и проблемах в бюджетной сфере каждый может узнать на сайте администрации района в разделе «Бюджет». В этом году рассматривается не трехлетний бюджет, как это было раньше, а только бюджет на один год. Созданы новые правовые условия в 2015 году для формирования районного бюджета на 2016 год. Поэтому глава администрации сельских поселений, прошу учесть, что вы бюджет, свой сельский бюджет будете принимать на 2016 год. Вы должны тоже внести изменения в все свои бюджетные процессы. По предварительным прогнозам, доходы районного бюджета на 2016 год спланировано 290 миллионов рублей. В том числе объем поступлений собственных доходов – 63,9 миллиона рублей. Эта сумма меньше на 5 миллионов рублей текущего года. Снижение уровня собственных доходов происходит в результате того, что в 2015 году была разовая операция. Межбюджетные трансферты на обеспечение по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденных покинуть территорию Украины за 2014 год, федерация возместила нам 5 миллионов. И эти 5 миллионов, они были в собственные доходы вот 2015 года. И, соответственно, это разовая операция, в следующем году ее не будет. Поэтому собственные доходы, если в сопоставимых ценах рассматривать, то все остается на прежнем уровне. Даже у нас небольшой рост, 5%. Глава администрации Рассказовского района Анатолий Кузнецов задал вопрос о минимальном увеличении собственных доходов и привел немало показателей, что вполне можно увеличить доход от 5 до 10%. Очередной застой тогда. Это никаких задач впереди. 10% значит, рост на собственных доходах мы должны делать за год. Должны, у нас еще очень много работы, у нас много неприходного жилья, и с землей работы много, и с имуществом много работы. Как это так? Я прошу предусмотреть такой показатель. Участники публичных слушаний проголосовали за проект решения по принятию бюджета на 2016 год и рекомендовали районному совету народных депутатов утвердить районный бюджет. Екатерина Студенова, Максим Соколинский, новости ТВ Рассказово.